В начале сентября в Минспорте России прошла комиссия по признанию новых видов спорта и спортивных дисциплин. Во главе комиссии стоял заместитель министра Павел Колобков. Комиссия решила внести Федерацию всестилевого карате во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта. Это право на получение государственной аккредитации и проведение турниров ранга чемпионата России. Сейчас новая федерация вырабатывает положение о судьях, о квалификации и предложение по календарю соревнований. А поскольку рязанцы отныне имеют в ней своего представителя, то уже на ближайших наших региональных и городских соревнованиях будут обкатываться новые правила их проведения. Теперь, получив официальный статус, Всестилевая федерация карате получит и отработанную, и официально признанную систему присвоения рангов и поясов. Это будет огромной мотивацией для наших молодых спортсменов к занятиям самым распространенным в мире боевым искусством. А поскольку в Рязани немало очень перспективных юных каратистов, то новые медали в копилке областного спорта появятся весьма скоро. Ведь наш город единственный в России, где тренеры начинают работать с малышами от карате. Кстати, это рязанское возрастное ноу-хау сейчас постепенно перенимают и столичные преподаватели карате. Итак, у нас сегодня в студии Рамиль Сакаев, президент региональной федерации стилевого карате, но с недавних пор и не только. Рамиль, вот сейчас как раз об этом речь и пойдет. Я знаю, что в Анапе на днях буквально вершилась судьба российского карате. Не только вот стилевого, вообще всего российского карате. Вы там принимали непосредственные самые участие. Более того, вы вернулись из Анапы после вот этой вот встречи федеральной, я бы так ее назвал, облеченные уже двумя, так сказать, официальными титулами, представительствами. Теперь вот подробнее, а то я могу в деталях ошибаться. Да, в принципе, наконец-таки, что у нас в России такое случилось. Нашлись люди в Москве, которые набрали себе мужество объединиться, потому что чаще всего мы в регионах страдаем от того, что они в Москве не могут договориться. Наконец-то случилось, создалась Всестилевая федерация карате России, которую поддержал и Олимпийский комитет, который поддержал и Министерство спорта Российской Федерации, что было показано в приветственных письмах и телеграммах. Был проведен турнир по множеству стилям, где, в принципе, мы и принимали участие, но я ездил как делегат, ну и как судья. Потому что новые люди, новая федерация, новые правила, или, скажем, откорректированные правила, и нужно быть, приехав в Рязань, быть в курсе этих правил, чтобы в дальнейшем спортсменов здесь федерацию уже готовить. Привести к общему знаменателю все это, как говорится. Да, появилась такая вот централизация своеобразная, что ты теперь принадлежишь, или как относишься не к какой-то стилевой федерации карате России, а именно я являюсь представителем Всестилевой федерации карате России по двум направлениям. Это Союз карате России и карате на мече. Ну, в принципе, с кем мы уже эти долгие годы работаем. Надеюсь, что вот это вот и централизация, и то, что произошло в Москве, в том числе и в Анапе, то оно позволит нам более так идти в правильном русле и развивать карате более так профессионально. Не сами по себе, а уже с участием государства и наших министерств. Да. Вот я что понимаю. Вы говорите, конечно же, так более скромно, но вот я подчеркну значение этого события, если позволите, что наконец-то то, к чему долгие-долгие годы, с времен, наверное, зарождения официального даже вот карате в России пытались прийти организаторы, тренеры и президенты федерации, многие, оно наконец-то свершилось, создана эта федерация. Но вы вернулись из Анапы в каком теперь статусе? Вот я об этом говорил. Назовите. Вы теперь официальный представитель. Да, двух вот федераций, которым мы будем уже представлять Рязанский регион на всероссийских и, ну, и других международных соревнованиях. То есть уже с присвоением и разрядов, и мастеров, ну и так далее. Пока мы шли по линии карате и разряды, из-за того, что не было такой организации, которая могла бы через Министерство спорта работать, вот, мы не могли ничего и присваивать. Сейчас, надеюсь, что все сдвинется, и до конца этого года, 2014-го, мы уже сможем Министерство юстиции, то есть в Москве, зарегистрироваться, и мы действительно уже сможем работать. И у спортсменов, у ребяток появится больше интереса. Да. Иметь не просто какие-то пояса стилевые, а уже, конечно, хочется быть и какие-то иметь такие регалии по Министерству спорта. То есть все это будет
очень, это подчеркнуто официально, да, по сложившимся общероссийским правилам, и да, все это вот ребята будут... Значит, да. Много у нас создавалось, говорю, таких федераций. Я еще помню, когда президентом Федерации карате России даже был Шойгу, наш министр обороны нынешний. У меня до сих пор эти правила под его подписью есть. Но все-таки что-то приходило, что-то уходило. У вас такое хорошее наследие этого, идете по... Да, да. Вот я как человек в этом уже больше 20 лет уже смотрю, что, скажем, многих президентов я уже пережил, вот, всероссийских. Надеюсь, что вот эта вот организация, которая сейчас создана, мы ее поддержали как регион. Вот. И она будет работать, и, естественно, будет помогать. Ну, по крайней мере, руководство настроено на то, чтобы развивать в регионах единоборство. У всякой вот этой вот большой такой, ну, в нашем случае, Общероссийской Федерации есть совет. Вы входите туда, в этот совет? Вот, или как там будет структура? Да, мы имеем право голоса, конечно же. Если какие-то решения будут приниматься, мы тоже будем с правом голоса. Участие, да. С правом голоса. Нам самое главное, чтобы войти, и дальше потом мы уже... За счет участия в соревнованиях, в судейских мероприятиях уже будем как бы занимать свое почетное место. Хотя мы уже в единоборствах, как я говорю, уже давно, нас уважают, нас знают и с нами считаются. Это самое главное. Но, тем не менее, вот стоит подчеркнуть, что все это было создано не так, как вот, могут некоторые представить, что собрались там президенты федерации, съездили в Анапу, что-то там решили и разъехались. Ничего подобного. Это общероссийская официальная структура, которая сейчас проходит регистрацию и наверняка будет зарегистрирована. Да. Я вам готов вот здесь полностью доверять, потому что не станут вам из Олимпийского комитета присылать письма из Минспорта от Мутко, если бы там, ну, люди... Понятно, там были официальные их представители. Тем более представители, которые, если бы не было уверенности, что все это не будет зарегистрировано. Да, я здесь думаю, должно быть все пойти хорошо. Уже планируется и ЦФО на следующий 14-15 год, и уже и чемпионат России планируется. Надеюсь, что мы сможем. Тем более я посмотрел ход соревнований, участников было очень много. Все посмотрел, все проанализировал, все об это обдумал. Еще время. Вчера начались, после моего приезда, первые тренировки. Уже мгновенно случились корректировки в занятиях. Ну, естественно, да, отлично. Чтобы мы не краснели на следующих турнирах. То есть побеждали. Вы прям сразу начали вот сразу, вступать. Да. Следующий турнир, я уверен, пройдут вот так. И ну, вот вы об этом не говорите, но, ну, может быть, и правильно, чтобы не спугнуть, как говорится, птицу удачи. Но я-то думаю, что теперь вот на какое-то можно федеральное финансирование соревнований рассчитывать. Так ведь может быть, да, в будущем, чтобы, приезжая на соревнования, вот, ребята, вы возите совсем маленьких ведь ребят, ну, от взрослых спортсменов до совсем крошек, малюточек, чтобы они имели еще большую мотивацию участвовать в соревнованиях. Понятно, что для них на татами сразиться на общероссийском уровне — это уже глаза горят, но теперь вот вы можете рассчитывать на то, что это будет, ну, вы, я имею в виду Федерация карате, что это будет при государственной поддержке, ну, еще более уровнево. Да, мы же люди такие, нас чуть поддержишь, мы же готовы горы свернуть. Если будет государственная поддержка, я думаю, что будет, и наши рязанские власти тоже на это посмотрят и начнут активно принимать участие, и посмотрят на единоборство. Тогда мы будем побеждать и приносить славу нашему рязанскому региону. Ну, теперь к вам и относиться должны по-другому. И на местном уровне, не только вот к вам, я имею в виду нашим рязанским уровнем, а к всем вот этим федерациям, которые войдут в эту систему, потому что это официально созданная вот такая вот федерация, и вы будете привозить уже, ну, так сказать, с официальных общероссийских соревнований, если можно так выразиться, официальные медали. Да. У вас очень много медалей, и все они, конечно, потом политы, трудом заработаны в боях. И не у вас лично, а у ваших ребят, вот, в федерации, но и у вас лично, там, я даже и не говорю об этом, там просто их не сосчитать. Это не важно, сейчас не об этом речь. А то, что вот эти вот медали, они все будут идти в копилку рязанского спорта. Да. Копилку рязанского спорта. То есть теперь вот даже тем же функционерам от спорта, нашим уважаемым, вполне будет чем гордиться, произнося слово «карате». Рязанское карате. Время покажет. Мы будем этому рады. Ну что ж, я вас поздравляю. Большое вам спасибо, Рамиль, за вашу работу. Успехов. Я напомню, что вы смотрели информационную программу телекомпании «Город. Подробности». Всего доброго. До встречи.